Всероссийский конкурс красоты, интеграции и творчества «Мисс студенчества России 2014». Генеральный информационный партнер конкурса – телекомпания «СТВ+.» Березы к юным листам, кругом леса, поля и ветер, простой, русская душа.
Поздравляем сейчас конкурса «Мисс студенчества России 2014». Thank you.
Добрый вечер, студенчество! Добрый вечер, Россия! Вас приветствуют самые красивые интеллектуальные и творческие участницы 8-го всероссийского конкурса красоты «Красоты и творчества. Мисс Студенчества России 2014!» Дорогие друзья, ведущие финала конкурса, первая вице-мисс Студенчества России 2014, Жюлия Ерефьюк, ваши аплодисменты. И постоянно ведущие нашего конкурса «Мисс Студенчества России» Сенат Элегадалян. Сегодня на Ставрополе собрались лучшие представители студенчества нашей страны. Мисс Студенчества России в 2014 году проходит при поддержке национального конкурса «Мисс Россия». Дорогие друзья, сегодняшний конкурс идет в прямом эфире. Конечно, при нас на канале «СТОЭ». И внимание всем, кто будет нас смотреть в прямом эфире. В отличном качестве, а значит, в HD-качестве вы можете увидеть системный триколор на каналах 138 и 164. И внимание тем, кто нас смотрит сейчас в прямой трансляции, ровно в 19.30 СТО выйдет региональные новости, а ровно в 20.00, как раз перед объявлением результатов, снова вернется прямая трансляция. Дорогие друзья, я очень приятно, конкурс набирает обороты, и впервые в нашем конкурсе принимает участие в качестве почетных гостей. Давайте поаплодируем победительницы из наших дружеских стран, из студенческого года Республики Казахстан. Айгерима Манжолова, ваши аплодисменты. Королева гостя Республики Беларусь, Анна Меделец. Из студенчества Республики Армения, Полина Маргарян. Мы рады приветствовать жюри всероссийского конкурса «Мисс студенчества России 2014». Заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Иванович Ковалев. Мисс Мира 2013 среди девушек на победу в колясках. Синяя Безуглова, ваша аплодисменты. Министр образования и молодежной политики Ставропольского края Василий Васильевич Янин. Заместитель главы администрации города Ставрополя Ольга Викторовна Кобелькина. Генеральный директор группы компании «Светогаз» Александр Кисник. Юбилейной компании Марко. Народная артистка Российской Федерации Наталья Павловна. Заместитель председателя Северокавказского банка Сбербанка России Эдуард Анатольевич Демов. Руководитель департамента по международному сотрудничеству общественной организации Российский союз молодежи Татьяна Селиверстова. Директор конкурса и студенчества года Республики Казахстан. Главный режиссер Национальной гвардии Республики Казахстан Светлана Гробовская. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Ставропольской хореографической школы Александр Павлович Ревизенко. Финалистка телепроекта «Актрис», который проходил на телеканале «Россия», один Рамазий Галина. Главный редактор телекомпании СТВ Светлана Лайс, ваши аплодисменты. Светлана Лайс сейчас, конечно же, смотрит и способствует прямой телетрансляции нашего замечательного конкурса. Давайте поаплодируем. Генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Ребеляк. Руководитель республики «Белые баллы», президент фонда «Достояние» Игорь Павлов. Генеральный директор туристического агентства «Миоста» Мария Шилова.
структуры администрации города Ставрополя Вячеслав Коршун. Генеральный директор Дмитрия Попала Кирпичеву, Дмитрий Семенин. Министр студенчества России 2008, Королева Весна 2009, обладательница Гран-при Российской студенческой весны 2014, Татьяна Лебедева. Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Ольга Викторовна Никальская. Студенчество России 2013, Королева Весна 2014, Маргарита Саркина. Россия многонациональная страна. И это, конечно же, каждый достает. Каждый народ имеет свою историю, культуру и традиции. Язык – это то, что нас объединяет. В этом году конкурс «Мисс студенчества России» проходит под девизом «Моя Россия». И мы хотим представить участниц конкурса «Мисс студенчества России 2014». Итак, девушки волнуются, поэтому требуется ваша громкая, дружная поддержка. Номер один – Анастасия Калюшная. Здорово! Марина Молдовская, Республика Крым. Номер 10. Александра Алексашкина, Республика Крым.
Елизавета Бабрикова, Кировская область. Номер 18. Анна Белова, город Санкт-Петербург. Только встречает, друзья, за лучший кинематографический номер 21, Святослава Лебедовская область. Номер 22, Анастасия Барань, Саратовская область. Номер 27, Наталья Давыдова, Ростовская область. Номер 30. Анастасия Камилова, Архангельская область. Благодарить наших партнеров, которые сделали все возможное, чтобы конкурс состоялся именно в городе Ставрополь. Я попрошу, конечно же, самые теплые аплодисменты правительства Ставропольского края, громкие аплодисменты, администрация города Ставрополя. Ваши аплодисменты генеральному партнеру группе компании «Цифрогайд Ставрополь». Официальные партнеры – Северо-Кавказский банк Сбербанка России. Сети билетных украшений «Груз». Туристическое агентство «Место». Также нашим генеральным информационным партнером компании телекомпании «СТВ Плюс» и общероссийскому журналу «Наша молодежь». И, конечно, наши постоянные партнеры конкурса. Медиапортал «Биометрия». Кинотеатр «Октябрь», «Метро Бойко», «Прокатный мультинал 26 Ставрополь», «Цветочный салон во имя любви», «Модельное агентство «Каприз», «Гостиницы комплекс «Кутинер», «Агентство «Белый бал» и «Газета «Сирисей». В 2014 году «Мисс студенческой России» проходит при поддержке национального конкурса красоты «Мисс Россия». Ваши аплодисменты. А также Северо-Кавказского федерального университета. Чувствуется присутствие в СПУ. За прошедшую неделю девочки прошли
три конкурсных этапа. Встреч, мастер-классы и репетиции. Каждая конкурсантка смогла продемонстрировать не только свою красоту, но и творческие интеллектуальные способности принять участие в акции, подарить радость детям. Итак, внимание на экран. Акция начиналась. Дорогие друзья, также хотелось бы сказать о том, что предшествие наших конкурсантов были сделаны золотыми руками мастеров школы салона «Элегант Плюс». Также мы поставим партнерам и поаплодируем. Это замечательные красивые платья. Ведущие предоставлены нам в магазине обеспечения красных платьев или на фиксации. Поаплодируем наших партнерам. Дорогие друзья, очень важная интересная информация для сегодня, во время совещания жюри, состоится розыгрыш от нашего генерального партнера группы компаний «Цифроград Ставрополь». И, конечно же, разыграют три современных смартфона Samsung прямо здесь и сейчас. Розыгрыш состоится в формате викторины. Дорогие друзья, советую и напоминаю, что подробная информация о компании на сайте www.mobilnews.ru. Уверен, она вам пригодится. Ну что ж, и мы продолжаем. А мы переходим к следующему этапу нашего конкурса – видеовизитка. Итак, внимание на экран! Я Анастасия Калюжина, и танец – моя настоящая страсть. 17 лет в балетном зале стал для меня гораздо больше, чем просто увлечение. На сцене, на паркете танц-класса я абсолютно свободна. Все столько от меня зависит, каким будет танец. Ведь это единственное искусство, материалом которого служу я сама. Я на
стараюсь чувствовать лучше, чем все остальные. Я стараюсь чувствовать лучше себя сама. И каждая моя тренировка или выступление – это маленькая победа. Я слышу, что пустая трата времени. Я не стою, потому что точно знаю, что каждый день в зале я тренирую себя и свой характер. И это делает меня той, кто я есть. Привет, меня зовут Наталья Тарасовская, я студентка 5-го курса факультета психологии. И я с гордостью впервые представляю Севастополь, город русской славы, новый регион Российской Федерации на конкурсе «Мир студенчества России 2014». Наш город стремительно растет и развивается, и я принимаю в этом непосредственное участие. Мой день расписан по минутам, но я все равно успеваю везде остаться. Кроме моей деятельности, я участвую в съемках кино, фотосессиях и занимаюсь благотворительностью. Я очень люблю детей, поэтому работаю в детском модельном объекте, развивая уверенность и артистичность будущих принцесс. Севастополь показывает свою жизнь. За моими плечами несколько реализованных проектов, среди которых 3 конкурса красоты. Я с удовольствием принимаю участие в творческих и социальных проектах города и стараюсь привлекать к этому как можно больше интересных и активных людей. Я реализовываю будущее нашей страны и уже сейчас готова внести свой вклад в развитие культурного потенциала России. Я готова побеждать и благодарна всем, кто меня поддерживает. Всем привет! Меня зовут Драгункина Анна. Я родилась и живу в любимом городе Пенза. Я студентка Пензенской государственной сельскохозяйственной академии. По специальности я инженер-землестроитель. С раннего детства родители отдали меня на танцы. Этому увлечению я посвятила 12 лет. С коллективом, которым я занималась, мы завоевали очень много наград в различных конкурсах.
Сейчас я не оставила своего любимого занятия и работы хореографа в школе танцев «Юни Дэнс». Вы искали танцы для маленьких детей и для смотрения взрослых. Свободное время я посвящаю походам на интересные места, где мы с друзьями весело проводим время. Всем привет! Меня зовут Бородина Юлия. Мне 25 лет, я студентка Орловского государственного института экономики и торговли. Моя студенческая жизнь очень активна и разнообразна. Конечно, больше всего времени я посвящаю учебам, потому что мне нравится научная профессия. Каждый день я стараюсь открывать для себя что-то новое, развивать положительные качества в характере. Обеспекать поставленные задачи, как я научно, хочется и хочется. Студенческая жизнь уже отличная, что стоит себе лекции. Это самый яркий период жизни. С раннего детства я уже не рассказываю. Сейчас хореография занимается разными участками моей жизни. Почему именно танцы? Потому что только они смогли отобразить на танцы, амбициозные и полные идеалы. Даже я не могу представить свою жизнь без спорта. Но спорт — это прекрасная физическая форма, будет высокой работоспособности и отличного настроения. Еще я очень общительна. Я люблю свою семью, у меня много друзей. Мы должны попробовать стать близкими, получить тепло, любовь и дружбу. Это дарит ощущение бесконечного счастья. Это мне было все, что я хотела бы вам сказать. Пусть немного, но самое важное. Всем привет! Я представитель Высокоуральской области, была в Ломановской сфере. В 4 лет начала с Кальпатского храма, участвовала в различных конкурсах, таких как Диски, Ураги, Немного Волна. Также училась в Пятигорной школе с отличными безопасными. Была награждена медалью вместе на Цифровизе за определенных детей и будущее России. Закончив школу, я стала столицей шоу-клуба по заслуженному работнику культуры России Сергея Сайчева. Я начала выступать на различных сценах в России и зарубежье. Сейчас я студентка 3-го курса исторического факультета. Параллельно учебе работаю руководителем творческого коллектива в детском городе. Я думаю, что определилась цель своей жизни. Я хочу стать дипломированным специалистом в области того, что я делаю, и не прекращать себе возможности. Стать прекрасным женой. А чтобы мои цели сбылись, то чтобы я умерла в своей жизни, то чтобы я свои старые задумки, слава на кожу, записывала, даже победоносный город. А я живу в России и хочу своей страной. Почему именно этот вид искусства тебе нравится больше всего? Меня зовут Марина Алтошина. Я представляю Республику Мария. Мой город, Мишкар-Ала, богат своими красотами. Каждый раз при виде набережной строгой, утонченной, игривой и смелечной, ухоженных парков, крысозных церквей, я не перестаю восхищаться на моей малой родине. Для меня это город-сказка, атмосфера которого располагает к творчеству. Уже 10 лет я нахожу вдохновение в танце и не могу представить свою жизнь без этого. Поступив в ведущий вуз нашей республики, Поволжский государственный технологический университет, я поняла, что обрела вторую семью, где всегда рады тебя видеть, где поддержка людей не оценена. Впервые участвуя в таком конкурсе, как «Мисс Волгатер», было нелегко, но именно помощь близких стала источником сил, благодаря которым досталась победа. Я благодарна судьбе за мою творческую и яркую жизнь. Thank you.
Здравствуйте, меня зовут Александра Алексашкина. Я студентка Крымского инженерно-педагогического университета. Учусь на психолого-педагогическом факультете, специальность учебное образование. Я очень люблю детей, поэтому я выбрала профессию, направленную на работу детей с взаимосвязанными. Я считаю, что профессия педагога учебных классов довольно-таки творческая, потому что учитель будет создавать внутренний мир разного ребенка, разные способности детей, разные характеры раскрывать. Знаете, какие ниточки можно потянуть, чтобы развить в этом ребенке все определенные качества, полезные в будущем для формирования его целостной личности. А в свободное от учебы время я люблю участвовать в различных фотосессиях. Также я принимала участие на выступлении презентации рейндж-ровера от модельного агентства «Арт-пластика». Для меня очень большая честь представлять Крым на всероссийском конкурсе на студенчество. Здравствуйте, меня зовут Юлия Александровна. Я студентка УГУ имени Дмитрия Николаевича Трубьянова. Учусь на факультете иностранных языков. Кроме прекрасной профессии учителя, студенты получают здесь развитие во всех областях, будь то творчество, наука или организаторская деятельность. Пытаясь развиваться во всех направлениях, особое внимание я всегда уделяла классам. 11 танцевальных лет моей жизни не прошли даром. Из первого курса я состою в Театре бального танца «Экипа». Самой большой и приятной неожиданностью для меня была победа в конкурсе красоты и таланта «Мисс Универ», а затем и в аналогичном конкурсе регионального масштаба «Мисс Универ». Стараюсь развивать и аналоги, активно участвую в научной конференции и пишу научные статьи. И, пожалуй, самое главное, что я получаю от университета, это дружба и семейность, что царят в нашем университете. Здесь учатся мои самые любимые люди, которым я безмерно благодарна за то тепло, что они дают. И, конечно же, за поддержку. Спасибо. Привет, меня зовут Лилия Тетяна. Я учусь в Курганском государственном университете на журналиста. Еще на первом курсе я выбрала старостой и профессором группы. Затем я стала председателем полгородного цикла, а потом из институте председателя городского группы и полноценной работе. Я открыта при общительном человеке, пользуюсь всеми возможностями, которые дают мне ответить. Там я являюсь членом субботы, основной молодежной группы всего Зарабалия. Я люблю работать с людьми и хочу реализовать проект, создать авторское ток-шоу для привлечения молодежи в политику. Я люблю делиться с людьми с умным опытом, и поэтому я преподаю школу для моего журналиста. Здесь я рассказываю детям о судьбе на работе на вот уже 5 лет я работаю корреспондентом этих новостей, автором привычного развлекательного проекта «Реалити Шоу». Я использую свой потенциал по максимуму, и я уверена, что все стало достойно и конкуренцию лучшим студентам России. Здравствуйте. Я студентка Уфимской государственной академии искусств имени Закира Исмагилова. С детства меня тянуло к красоте и грации, и я пошла на художественную гимнастику. Часто выезжала на соревнования в города России и достигла звания кандидата в мастера спорта. Затем я поступила в Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Там я научилась игре на фортепиано, актерскому мастерству, и благодаря профессиональным занятиям балетом и народным танцам я часто выступала в театре оперы и балета и выезжала на гастроли в Германию с балетом «Лебединое озеро». Успешно окончив колледж, я получила квалификацию артист балета. Танцы – это моя жизнь, и я с улыбкой занимаюсь любимым делом по сей день, так как я учусь на кафедре хореографического искусства по специальности педагогика балета. В моей академии уже кипит, организуется множество различных мероприятий, в которых я с удовольствием принимаю участие. Педагог балета – творческая, интересная и, самое главное, любимая профессия. С каждым днем я понимаю, что я сделала первый вывод и с удовольствием посещаю свой любимый университет. Спасибо за внимание.
жизнь, чем занимаюсь, увлекаюсь, из чего выделяюсь, на уровне счастлива все я. Моя жизнь кардинально поменялась за прошедшие годы. Я стала победителем за регионального конкурса красоты, грации и таланта вместо действия театра. Так красиво, на крохотном березовом листе, на силу преображается красиво, во всей своей прозрачной красоте. Я родилась в Москве, в семье военного учителя. Мои любимые родители – самое главное и ценное в моей жизни, моя опора и вдохновение друга. Я – кандидат мастера спорта в художественной гимнастике, приобретенный спорт и навыки, дают мне возможность реализовать себя в том числе. И теперь я помогаю своим маленьким ученикам, моим детям. Настоящий друг – это тот, кто будет держать тебя за руку и чувствовать твое сердце. У меня много друзей, они заряжают мне энергию позитива, придают уверенность в себе. Я буду считать, что я буду стать хорошим экспертом, хорошим экспертом, идти на все самое большое счастье. Я участвую в добровольчестве в жизни, я принесу на добровольчество в отношении за последний сервис. И я увижу, что в детей не пришло в профессорской ситуации, появится факты и факты. Встречайте, на сцене специальный гость нашей программы, финалистка проекта «Артист телеканала «Россия-1». Команда и участница конкурса «Артист студенчества России» 2014.
И участницы конкурса «Мисс студенчества России 2014». Ваш подарок сердцу! Давайте еще раз поаплодируем! Дирекция конкурса выражает благодарность за помощь и поддержку правительству Ставропольского края. Ваши аплодисменты. Администрация города Ставрополя. Дорогие друзья, мне хочется вас немножечко подбодрить. Восьмой у нас уже проходит конкурс «Мисс студенчества России». И восьмой раз он проходит в городе Ставрополе. Я думаю, это большая честь для нашего прекрасного южного города. И это все благодаря нашим партнерам. Поэтому ваши аплодисменты должны сейчас звучать очень громко. Генеральный партнер конкурса. Группа компаний «Цифроград» «Ставрополь». Официальные партнеры. Северокавказский банк «Сбербанка России». Генеральный информационный партнер и телекомпания «Крестовая плюс». Ваши аплодисменты. Общероссийский журнал «Наша молодежь». А мы продолжаем конкурс видеовизиток. Внимание на экран! Смотрим видеовизиток. Представляю вашему вниманию Павликову Елизавету, студентку Вятского государственного университета, город Вятск. Студенчество – это время самых смелых порывов и замыслов, новых побед и достижений. Одним из таких моих достижений я считаю успешное окончание школы с золотой медалью. Учеба в Ленинградском университете такая специальность, которая мне нравится. Студенческая жизнь раскрывается у меня как экономичное сочетание свободы и ответственности, личностного роста и овладения знаниями. Это постоянное движение вперед. Возможность открыть свой талант в творчестве, в спорте, найти себя в науке, культуре и общественной жизни. Я уверена, мои главные удачи и победы еще впереди. И я сделаю все возможное, чтобы их было как можно больше.
Мой родной город, самый крупный город в России, не являющийся столицей субъекта Федерации. А Тольятти знают не только в России, но и за ее пределами. Тольяттинские спортсмены принесли городу мировую известность. И я с самого детства с головой окунулась в спорт. Гандбол и по сей день часть меня. Сейчас я играю за сборную своего вуза. Тольяттинский государственный университет поставил меня в второй год. В 2014 году наш город стал студенческой столицей России. Мы принимали фестиваль «Российская студенческая весна». Я была волонтером делегации из 60 человек. А еще я председатель студенческого совета Института машиностроения. Так постепенно шагаю по лестнице все выше и выше и пробую себя в чем-то новом. Меня зовут Светлана. Я студентка Сибирского государственного медицинского университета. Врач-педиатр – это человек, который несет ответственность за жизнь и здоровье детей, поэтому стараюсь до тонкостей познать утренних ситуаций. Я стала сотрудницей. За одну я должна рассказать о своей жизни длиной 18 лет. Я Вероника Анастасия. Из города Саратова, центра Поволжья. Каждый год несет свою энергетику и частичку того, что вдохновляет на совершение, поступки, мысли и действия. Величие Бога, красоты природы и активность для жизни города дает мне импульс двигаться вперед. Я представляю свой институт, Саратовский социально-экономический институт знаменитой российской гимнастики. Мой выбор был сделан целенаправленно. Мне интересно учиться в нем, тепло и уютно. Творческая жизнь кипит, и моя одна семья. С самого детства мои родители разносторонне развивают меня. Музыка, художественная гимнастика в Олимпийском лицеве, достижения разряда по шахматам. И вот я дошла до танца, которые подарили мое сердце, заставив биться его сильнее. Эта школа, помимо звания кандидата в мастера спорта, дала уверенность в себе. Воспитала во мне трудолюбие, я желание достигать цели, проходя через кровь, пот и слезы. Что для меня танец? Это моя жизнь. Это попытка отобразить свою душу, передать всю палитру эмоций и чувств. Сегодня я передаю свои знания ребятам. Но прошло время, когда мне стало тесно танцевать на чемпионе, судьба перенесла мой танец. Я
Занимаюсь парашютным спортом фристайл. Каждый из 127 прыжков был для меня моментом бесконечного счастья и одной из ступеней достижения результатов на предстоящем чемпионате мира. Навыки воздушного танца помогают отточить его техническая группа, инструктором которой я являюсь. При этом я стараюсь дать почувствовать каждому, кто мне рискнул прыгнуть в небе, что такое полет. Я люблю жизнь, я люблю людей, я люблю каждое мое мгновение в этом мире. Я думаю, что каждая девушка хотя бы один раз в жизни мечтала стать красивой или самой талантливой, или может быть стать модной. Я тоже мечтала об этом. Мы должны отдохнуть. Для того, чтобы чего-то достичь, нужно очень постараться. Очень много знать и уметь. И очень много работать. Нельзя стоять на месте. Нужно всегда двигаться и желать вверх. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Попова. Мне 21 год. На этом конкурсе я представляю Иркутскую область и Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, факультет менеджмента и логистики на транспорте. Студенческие годы – самая яркая, лучшая и счастливая пора. Это время труда, стремления к успеху, время первых побед и достижений. Это яркие эмоции и впечатления, которые остаются с тобой на всю жизнь. Мне нравятся люди, которые ведут активный образ жизни. Учеба, работа в крупнейшей строительной компании в области, занятия спортом, танцами, участие в фотосессиях, концертах и конкурсах. Это то, что важно и интересно для меня сейчас. Я очень ценю свою семью, друзей, теплые и искренние отношения между людьми. И стараюсь идти по жизни с улыбкой. И ведь не зря говорят, улыбнись миру, и мир улыбнется тебе в ответ. Привет, меня зовут Ира. Я студентка экономического факультета Петрозаводского государственного университета. Студенчество – неотъемлемая часть моей жизни. Я люблю учиться и всегда рада узнавать что-то новое. Студенчество для меня – это не только учеба. Я человек с активной жизненной позицией и всегда стремлюсь к государственной школе. Моя группа стала для меня большой семьей, по которой я могу реализовывать свои идеи и быть полезной другой. Недавно я сама решила стать донором, а теперь занимаюсь донорским движением в своем вузе. Я творческая натура. Мои страсти являются танцы. В детстве я занимаюсь народами, бальными и современными танцами. А это требует определенной физической подготовки. Именно поэтому я регулярно хожу в тренажерный зал и занимаюсь фитнесом. Что, девочки, поехали? А еще для меня очень важна моя семья. Я понимаю, что в бурном жизненном океане родители, дом, семья – это моя тихая гавань, где меня всегда любят и ждут. На конкурсе «Мир студенчества» я представляю Карелу. 5000 звезд с ней неповторимой культурой и старой жизни. И сегодня я могу смело сказать, что у меня есть цель открыть мой путешествие. Всем милый, меня зовут Шульбанова Ольга, и я из Сурова. Я расскажу вам о своем интересе и о конце жизни. Я участвую в государственном педагогическом университете имени Вайкова Ланжевского по специальности Луна. Несмотря на то, что я общался на стенописи, на занятиях я могу отнести на интерес. Замочек, улыбка, трубочка. Одно из моих качественных отношений – это вам и только творчество позволит себя полностью показать свободу студенчества, для того, чтобы все вопросы стоит возможность как полностью. С этим девизом я приеду в семейный сподобатый слайд. Я желаю всем удачи и помните, каждый, кто оказался здесь, уже не будет. Лошадка.
Привет всем! Меня зовут Наталья. Я студентка Волгоградского инженерно-технического института Ветеринарной науки. По специальности теплотехника и теплотехника. Ростовская область известна своими любимыми казаками, своими дисциплинами, добрым народом. В моей жизни всегда есть место творчества. Я люблю петь. В родном городе не раз пришлось победительницей различных конкурсов. А в этом году стала победительницей десанта Волгоградского 2014. Город закалила воспитала в школе в Победе. А поражение достигло к новым вершинам. Стараясь перед трудностями, я опускаю руки. Мне не к лицу, уныние и грусть. В свою очередь я остаюсь добрым, ответственным, отзывчивым человеком. И не важно, какая порода на моей победе.
достаточно умение говорить, хотите, думать и развиваться. Красота такая вещь, но она спасет мир. Научитесь видеть ее всю и всегда во время ее счастья. Почему я пришла на этот конкурс? Потому что конкурс красоты – это моя мечта с детства. А так как я человек всегда стеклённый, я хочу, чтобы все мои мечты сбывались. И сначала... Друзья мои, как-то очень непружно и тепло. Давайте еще раз поаплодируем за эти замечательные видеовизитки нашим участникам. Вот совсем другое дело. И, конечно, мы продолжаем аплодировать наших постоянных партнеров. Медиапортал «Геометрия.ру», кинотеатр «Октябрь», «Метрополь.ком», прокат «Лимузином 26 Ставрова», «Цветочный салон во имя любви», модельное агентство «Каприз», гостиничный комплекс «Континент», агентство «Белый бал» и газета «Телесин». Дорогие друзья, в 2014 году студенчество России проходит при поддержке национального конкурса красоты «Мисс Россия». И, конечно, сейчас будет очень много аплодисментов имени Сидора Кавказского федерального университета. Вот так надо аплодировать на протяжении всего конкурса. Творческий этап конкурса «Мисс студенчества России 2014» прошел здесь, в этом зале, в концертном зале Ставрополь 12 декабря. И у нас есть возможность еще раз посмотреть, как это будет. Все ваше внимание на экран.
Болельщики, не слышно вас? В 2014 году, друзья мои, вы точно знаете, объявлен в России годом культуры. С целью привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. И, конечно, мы предлагаем вашему вниманию коллекцию исторических костюмов «Эпоха культур». Встречаем!
режиссер «Земли», руководитель студии «Белый бал», Анна Карпакова, город Рязань. Режиссер «Земли», руководитель студии «Белый бал», Анна Карпакова, город Рязань. Поет Юлия Ильчук.
Вице-мисс конкурса, вице-мисс числа России 2013, Юлия Ильинчук, ваши аплодисменты! Вертикаль, ваши аплодисменты, и, конечно же, наша великолепная королева Александра Бескисельевича, Татьяна Лебедева.
друзья, солистка ансамбля «Мисс Грация» международного конкурса «Королева весна 2014» Александра Ласюк. Ставрополь просто богатейший город. Красивых и талантливых. Марина Маркаян встречает! Марина Маркаян, ваши аплодисменты! Пожалуйста, все будет здесь. Аплодисменты Никита Бакулин!
Друзья, не слышно Ставрополь вообще, катайтесь справа. Совсем другое дело. А я думаю, мы вместе с вами уже ждем не дождемся результатов нашего конкурса. И живи уже определила победительниц. Скоро, совсем скоро мы узнаем имена победительниц нашего конкурса «Мисс студенчества России 2014». Еще не точечко задачи нашего внимания, потому что прямо сейчас самое время представить наших участниц вечерним дефиле. Встречаем!
друзья. Буквально вчера в галерее «Парша» состоялось награждение в частности в месяц России 2014 за наши титулы «Мисс Стиль», «Мисс Красный», «Мисс Творчество». И хочется сказать огромное спасибо прежде всего Сергею Николаевичу Паршину. Давайте поаплодируем. Потом уже второй год подряд поддерживает конкурс «Мисс Творчество России». И, конечно же, галерея «Парша» является, наверное, один из самых популярных мест для различных видов искусства, конечно же, арт-мероприятий, что очень приятно. Итак, ну что ж, настало время пригласить наших зрителей по номинации. Да, мисс Стиль. Город Севастополь, Наталья Красненко. Марина Волошина, Республика Марина. Александра Алексашкина, Республика Крым. Кристина Раубо, Калининградская область. Анастасия Романова, Московская область. Ирина Капка, Белый край. Ольга Мартынова, Липецкая область. Астарова поддерживает наших мистерий. Святослава Ли, Томская область. Наталья Попова, Иркутская область. Друзья, вы что, устали? Анастасия Томилова, Архангельская область. Мы переходим к номинации «Мистерий». Анна Рагункина, Пензенская область. Евгения Муравьева, Азовская область. Анжелика Глухова, город Москва. Елизавета Павликова, Кировская область. Елена Аталова, Самарская область. Елена Моисеевская, Республика Карелия. Наталья Давыдова, Ростовская область. Удивлен Кунцевова, Краснодарский край. Дарья Шултука, Белгородская область. Анастасия Страшинская, Новосибирская область. И, конечно, было Кристи Ленинградской Федерации из творчества. Анастасия Калюшина, Ставропольский град. Анастасия Гаспаронова, Рязанская область. Катерина Павловская, Челябинская область. Анастасия Кривцова, Калужская область. Юлия Михайловна, Ульяновская область. Меня и Курганская область. Анастасия Яковлева, Республика Башкортостан. Анна Белова, город Санкт-Петербург. Анастасия Воронин, Саратовская область. Ольга Чурганова, Тульская область. Я хотел бы напомнить, что наша сегодняшняя конкурс получает все свои поддержки, подарки, конечно, для наших партнеров. От цветочного салона «Во имя любви» давайте поаплодируем. От юридической компании «Airtime Jewelry» и, конечно же, от генерального партнера группы компании «Цифрограмм Ставрополь». В награждении принимают участие Мисс Студенчества России 2007, Королева Весна 2010 года Татьяна Лебедева. Мисс
существовало различные тысячи передаций. Королева Виктория 2014, Маргарита Баркина, ваша гостья. Мы устроили голосование, и по результатам голосования выиграла Анастасия Яковлева. Специальное голосование от Республики Башкортостан. Республика Башкортостан. Спасибо большое. Аплодисменты партнерам. Для вручения специального приза медиапортала «Генметрия» приглашается Дмитрий Шундрыгин. Ваши аплодисменты. Запомнилась одна фраза, что это действие, которое происходит на этом конкурсе, меняет нас. Оно делает нас добрее, счастливее. Поэтому давайте поблагодарим всех организаторов этого конкурса. Наших красавиц. И, конечно же, наша благодарность вам. Зрители, мы это делаем для вас. И низкие метры Анастасии Яковлевой. Анастасия Яковлева, Республика Башкортостан. Специальный портал «Геометрия» выступает. Наши аплодисменты. Спасибо вашему партнеру, спасибо тебе. Итак, мы продолжаем. И для вручения титула мисс Дружба и мисс Зрительских симпатий приглашаются. Региональный представитель всероссийского конкурса «Российская женщина в Ставропольском крае» Ирина Шавская, ваша аплодисменты. Также приглашается директор конкурса «Мисс Студенчества Москвы» Олег Беляев. И наш специальный гость, финалистка проекта «Артист» на канале «Россия-1» певица Ромати. Встречаем аплодисменты. Дорогие друзья, фестиваль «Мисс Дружба» сегодня мы определим вместе с вами. Дружба – это девушки за этот период времени, наверное, подружились, и самая дружелюбная девчонка, женщина вылезла диплом. Мы назовем ее. А так конкурс очень удачный, красивый, приезжайте к нам в Москву на финал конкурса. Во время этой недели дня всех будем ждать к нам в гости. Вы знаете, конкурс красоты всегда очень привлекает, потому что красота сама по себе привлекательна, особенно если эта красота переселится в глаза, она, пожалуй, преобладает свою многократную ценность.
Поэтому я хочу сказать, что сегодня, возможно, будет для кого-то неоднозначный выбор. Но, наверное, здесь и сейчас та, которую назовут в качестве первого места, и будет самой лучшей. Поэтому нужно умело и достойно принять этот выбор. А ну, а всем зрителям, я считаю, получить от этого удовольствие. Добрый вечер, дорогие друзья, студенты и вообще очень... Я очень рада, что я здесь нахожусь. И спасибо большое девочкам, потому что я приняла участие в предприятии хотя бы ждем в следующий раз в качестве участников. Я думаю, вполне очень даже. Итак, ну что ж. Итак, дорогие друзья, мисс Дружба, самая дружелюбная девчонка, которую полюбили, которую полюбила она своих подруг. И ее выбрали сами девчонки, да, участницы конкурса. Моисеева Ирина. Спасибо большое, господин Владимир. Итак, следующий. Конечно же, мисс зрительских ситуаций. Да, дорогие друзья, у нас есть такая ответственная награждение, как мисс зрительских ситуаций. Вы выбирали эту красивую девушку. Буренкова Анастасия. Заместитель главы администрации города Ставрополя, Ольга Викторовна Кобилькина, ваши аплодисменты. Руководитель департамента по международному сотрудничеству Общероссийской общественной организации Российский союз молодежи, Татьяна Филиверстова. Генеральный директор туристического агентства «Милоста» Мария Шилова, ваши аплодисменты. Ну что, конечно, здесь больше кандидатов в микрофон, если прошло, то мы смотрим. Зрители, конечно, участвуют. Наш замечательный город, конечно же, будет рад приветствовать наших конкурсантов и в следующем году. А сегодня я хочу от имени главы администрации города Ставрополя Андрея Хасановича Джадуева поздравить победителей. И, конечно же, мы ожидаем вас в следующем году. Спасибо за великолепный конкурс. Добрый вечер, уважаемые участники. Разрешите вас от Российского Союза молодежи поздравить с таким чудесным праздником красоты. Я уверена в том, что такие мероприятия будут способствовать тому, чтобы наши девушки Российской Федерации, дружественных республик, дружили, общались в рамках таких мероприятий. Ну а мы, в свою очередь, от имени Российского Союза молодежи будем способствовать тому, чтобы все молодежные инициативы, все молодежные проекты развивались. С праздником вас, девушки, вы молодцы. Агентство физических наших хотели бы подарить нашу
разницы, сертификат. И хотелось бы заметить, что давно не видели такого блеска в глазах, которого мы видели среди участников. Поэтому поздравляем всех наших участников. Итак, я попрошу вынести диплом. Ну что ж, дорогие друзья, итак, титул вице-мисс студенчества России 2014. Анастасия Яковлева, Республика Башкортостан, ваши бурные аплодисменты. Студенчество России 2014 становится Веритой Чикованью, Волгоградская студенчество России 2014 и сертификат. Я так понимаю, это сертификатическую услугу. Анастасия Калюжна, Старовольский край! Заместитель председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России Дуарта Анатольевич Кирова, здравствуйте, поприветствую. Новый друг, все аплодисменты вашей партии. Министр образования и молодежной политики Ставропольского края Василий Васильевич Лялин. Региональный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, ваш аплодисмент. Я хотел бы всех нас поздравить с этим замечательным праздником красоты, который нам подарили эти девушки. Все они, конечно, безусловно, талантливы. Безусловно, неповторимо мне крестерская почта. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно сегодня находиться. Я впервые на конкурсе «Мисс студенчества России». Я под впечатлением. Девушки не только красивые, но видно, что образованные, харизматичные. И очень приятно сегодня здесь быть. Получила большое удовольствие. Спасибо. Я поздравляю наших конкурсантов с тем, что они имели прекрасную возможность проявить свои способности, пообщаться на земле Ставрополя, где много талантов, есть возможность для творчества, для раскрытия своих талантов. Всем я вас и поздравляю. Итак, я попрошу вынести дипломы и подарки.
Дорогие друзья, номинация «Первая вице-мисс». Ты как делаешь? Итак, первая вице-мисс студенчества России становится... Белова Анна! Город Санкт-Петербург! Спасибо большое, очень приятно, что дорогие друзья, и для участия в церемонии, конечно же, создания еще большей красоты на нашей сцене, мы хотели бы пригласить наших замечательных, красивых гостей. Итак, встречайте королева весна Республики Беларусь 2014, Анна Мигелев. Студенчество года Республики Казахстан 2014. Айгерима Манжолова, наш фигурный аналитик. Мисс студенчества России 2014. Самый главный студент Российской Федерации приглашается. Под ваши теплые, друзья, аплодисменты, самое главное. И приглашается первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Иванович Ковалев. Ура! Генеральный директор группы компаний «Цифрограмм Ставрополь» Александр Вестников. Генеральный директор Марко! Участницы, конечно же, победительницы получают по подарке нашего партнерского федерального партнера группы компании «Цифрограмм» суперсмартфоны Samsung. Ну что ж, а сейчас я хочу У нас сегодня большой праздник. У нас представители многих регионов нашей необъятной России. Красивый, добрый праздник. У нас студенчество, аграрники, у нас медицина, у нас университет. Давайте поприветствуем всех наших гостей.
Ура! 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 Спасибо, уважаемые друзья! Я просто уверен и знаю, что вот это направление жизни, оно немаловажно и, пожалуй, может быть, главное. Помимо всего, то, что мы делаем каждый день с вами в будничной жизни, это динамика, это молодость, это красота, это движение вперед. Без этого не получится. Жить хочется. Поздравляю! Итак, дорогие друзья, от правительства Ставропольского края нашего, скажем так, новых регионов страны, а точнее представительства Республики Крым и Севастополя, подарки, мы надеемся, что еще нет этих подарков, настоящие русские самовары, ваши аплодисменты! От правительства Ставропольского края я хотел бы пригласить девушки, представительницы Республики Крым и города Севастополя. Поприветствуем группу компании «Цифрогаз Ставрополь». Добрый вечер, дорогие зрители, уважаемые участницы. К сожалению, завершается этот прекрасный конкурс. Несколько дней мы получали удовольствие выступления от номеров, которые нам демонстрировали участницы. И я думаю, что все мы будем с удовольствием вспоминать об этом замечательном конкурсе. Ну, а девушки будут с удовольствием вспоминать о нашем гостеприимном городе Ставрополь, потому что мы все дружно поддерживали и им были очень рады. Правильно? Самый благоустроенный город России. Девчонки, огромное вам спасибо за то, что вы были на этом конкурсе. Удачи! Итак, на сцену приглашается мисс студенческий 2013 Маргарита Паркера! Добрый вечер, Ставрополь! Мне кажется, каждый раз, когда я к вам приезжаю, я уже как дома. А ваш зал великолепный, как вы поддерживаете прекрасных девушек, это просто потрясающе. Это непередаваемо. И я считаю, что это самое главное. Нам на самом деле было очень тяжело сегодня выбрать самую прекрасную, самую красивую, самую достойную девушку. Но тем не менее, мы это сделали. Итак. И самое главное, я бы очень хотела, чтобы эту корону передала мисс Мира. Вы меня поддержите? В 2014 становится Анастасия Баранец, город Ставрополь. Мисс Мира 2013.
Анастасия Баранин, Саратовская область. Друг друга и, конечно, для наших участников победителей. Анастасия, подходит. Добрый вечер, зал. Спасибо огромное, за поддержку, которая чувствовалась на протяжении всего конкурсного мероприятия. Спасибо огромное организаторам за этот праздник, который проходил на этой сцене и во время репетиции, и во время всего того времени, на котором мы здесь находились. Спасибо огромное. И спасибо огромное жюри, что вы отдали мой голос, ваш голос за меня. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, на этом мы завершаем этот замечательный конкурс. Давайте еще раз Ставрополь бурно поаплодируем этим прекрасным девушкам. Столько красоты на этой сцене! Ставрополь еще никогда не видел. Бурно аплодисменты! Мисс студенческая Россия! 2014!